Уже несколько лет у него в России издают портреты русских писателей и политических деятелей. Вот этот портрет Ленина, наверное, единственное в мире изображение Вальтера большевиков, выполнено на печатном оценке. Кроме Ленина, Тавалкар создал портреты Сталина, Пушкина и Толстого. Мария Пацерот, Владимир Мясников, Служба России, телеканала «Культура». Вот они с этим завершим. Сегодня в России система оценка рассматривает как университет, и создание предметных систем не приспособлены, если, конечно, не считать таковыми письма и документы. Однако книги еще 40 лет некоторые художники предпочитают картину не писать, а писать эти машинки. Сотрудник индийского посольства в Москве господин Николай Ходовского товара требуется 7-8 часов, чтобы сорить эти машинки Пушкина, Ленина или Сталина размером с обыкновенным художником формата А4. Знаменитая индийская певица Лата Мангешкар, исполнившая более 35 песен для полуфронтовых барьеров, оказалась образом более постановляющим. Из-под гидропарсана создание портрета высотой 7 метров 8 сантиметров и шириной 4 метра 44 сантиметра. Все было зафиксировано президентом российского клуба рекордсменов Олегом Горюновым. Господин Толковар охотно поделился секретами своей техники, которая отличается от техники других художников, печатающих картины. Его коллеги меняют положение листа на валике после каждого удара, а он нет. Он сообщил также, что хотя мировой рекорд побит, работа, на которой затрачено 354 листа бумаги, не завершена. Портрет вылетит 30 футов и будет, вероятно, готов пока к следующему изданию в книге рекордов Кузика. Реализатировал Леонид Затенко, Новосибирск.
Спасибо.